Михаил Боротянский, «Советские танковые асы» от автора. А за грохотом и громом, за броней стальной сидят, по местам сидят, как дома, трое-четверо знакомых, наших стриженных ребят. Отвардовский, Василий Теркин. Это книга о советских танкистах, о том, как они воевали, как жили и как погибали. В этой книге много имен и фамилий – рядовых, сержантов, офицеров. В танковом экипаже неважно, в каком ты звании, здесь жизнь и смерть на всех поровну, и немецкая болванка не выбирала солдата или офицера. Это книга о людях, почти неизвестных российскому читателю. Так уж получилось, что имена и подвиги героев Панцерваффе значительно лучше известны в России, чем имена и подвиги наших соотечественников. И не мудрено. На Западе за последние годы написано множество книг о немецких танкистах. В нашей стране о наших всего несколько. Это несправедливо. Советские танкисты внесли решающий вклад в победу. Это они, сцепив зубы, взрывали свои танки в 41-м. Это они встали непреодолимым щитом на пути врага к Москве и Сталинграду. Это они приняли на себя ливень свинца и бронебойных снарядов под Курском. Это они были самым главным и страшным противником тигров и пантер. Это они остановили немецкий стальной кулак у озера Балатон, разбив последнюю надежду Третьего рейха – королевские тигры. И, наконец, загнав зверя туда, откуда он вышел, наводчик тяжелого ИСа с надписью «Боевая подруга» на башне, оторвавшись от прицела, смотревшего на колонны Рейхстага, удовлетворенно произнес: «Порядок в танковых войсках. Последняя стреляная гильза уже вылетала из казённика, и можно было открыть люки». Эта книга – попытка рассказать о тех, кто в самые трудные дни, часы, минуты не дрогнул, не отступил и, погибая, посылал врагу последний снаряд. К сожалению, в одной книге невозможно рассказать не только о всех танкистах, совершивших подвиги на полях сражений Великой Отечественной войны, но даже хотя бы о тех, кому было присвоено звание Героя Советского Союза. Ведь таких было 1142 человека. 16 танкистов были удостоены этого звания дважды, но официальная награда находила героев далеко не всегда. Но так ли это же важно сейчас? Ведь главное признание их подвигов – это наша память. Это книга о наших стриженных ребятах, о тех, кого победный салют мая 1945 года навеки разделил на дошедших и недошедших. Заживо сгоревшим в танках посвящается эта книга. Танковые асы. Кто они? Ас, как известно, слово не русское. Буквально в переводе с французского языка это туз. Обыкновенный карточный туз. Применительно к особо отличившимся летчикам военной авиации, оно стало использоваться в годы Первой мировой войны. Французы любили украшать свои самолеты знаками карточных мастей. По-видимому, отсюда и пошло. Вскоре система присвоения этого, хоть и не официального, но весьма почетного звания, была упорядочена. Асами стали называть летчиков, добившихся не менее 5 побед. В период Второй мировой войны заявить об уничтожении вражеского самолета просто на словах стало практически невозможно. В Люфтваффе, например, для подтверждения этого факта требовались либо показания фотопулемета, либо свидетельство других летчиков, принимавших участие в бою, либо и то, и другое. В советских ВВС этот процесс был еще более сложным. Факт уничтожения вражеского самолета должны были подтвердить сухопутные войска. Если же воздушный бой проходил на территории противника, то сбитый советским летчиком немецкий самолет вообще не засчитывался. Фотопулеметов в советской авиации долгое время не было. Они появились только в середине войны на части ленд-лизовских самолетов. На отечественных машинах, и то далеко не на всех, их стали устанавливать только к концу войны. Вместе с тем, ни одного свидетельства сухопутных войск было недостаточно. К месту падения вражеского самолета выезжала техническая группа из счастья, в которой служил сбивший его летчик, и окончательно фиксировала факт уничтожения.
В результате счет, который велся пилотом, мог отличаться от официального, причем существенно. Однако гласности предавались и по сей день известны нам именно официальные числа, которые, как правило, сомнению не подвергаются. Так, например, советский ас А.И. Покрышкин, по официальным данным, сбил 59 вражеских самолетов. В то время его личный счет примерно в полтора раза больше. Пожалуй, единственное, что облегчало подсчет сбитых вражеских самолетов, это то, что истребитель все-таки оружие индивидуальное. Даже в двухместных машинах этого класса пилотировал самолет и вел огонь по противнику один и тот же человек. Так что кому присваивать титул ас, было более или менее понятно. Некоторая этическая проблема возникает тут лишь с ведомым. Истребители, как известно, всегда летают парой. В советских ВВС вплоть до конца 1942 года звено вообще состояло из трех машин. Любой летчик хорошо знает, как много в воздушном бою зависит от ведомого. При этом сбивает главным образом ведущее, ведомый остается в его тени. Все знают, например, самого результативного советского летчика Великой Отечественной войны, трижды героя Советского Союза И.Н. Кожедуба. Но мало кому известно, кто был его ведомым. Было в истребительной авиации еще одно понятие – бой в группе, когда невозможно было выяснить, кто из пилотов конкретно сбил вражеский самолет, поступали просто. Победа записывалась на командира группы. Читатель может понадобиться задаться вопросом, зачем понадобилось столь пространное авиационное поступление книги, посвященной самым результативным танкистам. Оно необходимо для понимания всей общности темы, так и весьма существенных различий между асами в авиации и асами-танкистами. Само понятие «танковый ас» появилось только в начале Второй мировой войны. Первыми подсчитывать подбитые вражеские танки стали немцы, и вплоть до 1941 года только они этим и занимались. Для остальных эта проблема была неактуальной, либо по причине полного отсутствия в их армиях танков, либо по причине их малочисленности. Составить конкуренцию немцам в начале периода Второй мировой войны могли бы только французские танкисты, если бы Франция не потерпела столь стремительного поражения. Не значатся асы в списках личного состава танковых войск Великобритании и США. Танков и танкистов у тех и других было достаточно, однако ограниченность применения танковых войск как по времени, так и по месту не позволила танкистам этих стран проявить себя. Кроме того, ни американцы, ни англичане особо не стремились вести танковые дуэли с немцами. Поскольку наибольшего размаха танковые сражения достигли на Восточном фронте, то в итоге получилось, что танковые асы имеются только в рядах панцерваффе и советских танковых войск. Наиболее скрупулезно, можно даже сказать с любовью, подсчитывали свои победы и своих асов немцы. Делалось это не только с целью воздать должное самым результативным и умелым солдатам и офицерам, но и с вполне понятной пропагандической целью. Работа эта продолжилась и по окончании Второй мировой войны. На Западе в послевоенные годы вышло в свет множество книг на эту тему. Некоторые из них сейчас издаются и на русском языке. Всем им свойственна известная тенденциозность в освещении фактов, а порой и просто необъективность. Одни только жизнеописания немецких героев-танкистов, вышедшие из-под пера Франца Куровски, чего стоит. Читаешь и удивляешься. Не люди, а коньки горбунки какие-то, разящие врагов волшебным мечом Зигфрида. Тем не менее, работу свою эти книги делают. Имя самого результативного танкиста всех времен и народов Михаила Виттмана известно многим. А скажем, кто такой Лавриненко, только узкому кругу интересующихся этой темой. Лиц. Впрочем, на поверку выясняется, что Виттман вовсе не самый-самый. Согласно последним западным же исследованиям, десятка наиболее результативных немецких танкистов выглядит следующим образом. Фельдфебель Книспель – 168 танков, лейтенант Кариус – 150 танков, обер-лейтенант Белтер – 144 танка.
Гаупштурмфюрер СС М. Виттман, 138 танков, по некоторым данным 120 или даже 147. Оберштурмфюрер СС Эггерт, 113 танков. Оберфенрих Рондов, 106 танков. Унтер-офицер Белах, 103 танка. Фельдфебель Гартен, 101 танк. Фельдфебель Кершер, 100 танков. Оберштурмфюрер Кернер, 100 танков. При изучении этого списка привлекает внимание тот факт, что все эти танкисты начинали примерно с середины 43-го года, а многие и раньше, воевали в составе тяжелых танковых батальонов Вермахта и ВОС-СС. То есть большинство своих побед они добились на тяжелых танках «Тигр» и «Королевский Тигр», по своей огневой мощи значительно превосходившей большинство боевых машин стран антигитлеровской коалиции. Это обстоятельство хорошо иллюстрируется следующим примером. За 6 месяцев 1941 года, воюя на штурмовом орудии Сьюг-3, М. Виттман сумел уничтожить 25 советских танков, а за 2 недели на Курской битве, сражаясь уже на «Тигре» — 30. Результативность танкистов напрямую зависела от характера боевых действий и тактики их ведения. Совершенно очевидно, что применявшаяся в немецких тяжелых танковых батальонах тактика позволяла экипажам боевых машин добиваться высокого процента попаданий. Способствовал этому и характер боевых действий. На завершившемся этапе Второй мировой войны Вермахт вел в основном оборонительные бои. Однако следует признать, что эти факторы не имели решающего значения. Причина высокой результативности немецких танкистов и эффективности действий танковых войск в целом состоит в следующем. За 11 лет в Германии было изготовлено чуть более 50 тысяч танков и самоходных орудий, в то время как СССР только за годы Второй мировой войны 109 100 танков и САУ, в США 135 100, в Великобритании 24 800. Выпустив танков ИСА в 5 раз меньше, чем все остальные противники, Германия смогла создать такие танковые войска, которые на протяжении всех лет войны, вплоть до ее последних дней, были в состоянии наносить мощные удары. В связи с этим достаточно вспомнить контрнаступление немецких войск в Арденнах в декабре 1944 года и в районе озера Балатон зимой 1945 года. В обоих случаях, не имея абсолютно никакого превосходства в танках, как, впрочем, и в остальных силах и средствах, ни на Западном, ни на Восточном фронте, немцы сумели добиться его на направлении главных ударов, которые были отбиты колоссальным напряжением сил как западных союзников, так и Красной армии. Все это свидетельствует о высоком уровне боевой подготовки рядового офицерского состава германских танковых войск, а также о надежности бронетанковой техники, позволявшей длительное время эксплуатировать танки и САУ без выхода их из строя по техническим причинам. Немецким конструкторам удалось добиться неплохих боевых характеристик своих бронетанковых машин. Хорошее вооружение, отличная оптика и средства связи, надежные двигатели и ходовые части, комфортные условия работы экипажа – все это вкупе с уже упомянутой отличной боевой подготовкой танкистов позволяло немцам всю войну обходиться меньшим количеством танков и САУ, чем их противники, и наносить им весьма ощутимые потери. В подтверждение этого факта достаточно упомянуть, что во время Второй мировой войны советские танки в среднем ходили в атаку 3 раза, немецкие же 11 раз, а за подбитую «Пантеру» американцы платили, как правило, 5 «Шерманами». Соотношение потерь на Восточном фронте было не лучше. Кстати, самым результативным немецким танкистом, воевавшим на «Пантере», считается оберштурмфюрер СС Бергман, на счету которого 80 уничтоженных танков. Командир «Пантеры», унтер-офицер дивизии «Великая Германия» Ларсен записал на свой счет 66 танков. Впрочем, «Пантера» как противотанковое средство мало в чем уступала «Тигру». Успехи же немецких танкистов, воевавших на других типах боевых машин, были скромнее, а потому и менее известны.
Несмотря на все вышесказанное, есть основания усомниться в достоверности немецкой статистики. Дело в том, что еще в ходы Второй мировой войны даже немецкое главное командование не очень доверяло сведениям, поступившим из фронтовых частей. Как правило, сообщенные ими данные об уничтоженных советских танках после перепроверки уменьшались вдвое.